Вот всегда так говорят. Вот чего много за НАТО, вот то не очень хорошо. Если ко всему разумно подходить... А конфет, мне кажется, когда за НАТО не бывает, всегда хорошо. Ну потом зубья болят, и надо их лечить. Ну и что, мне нравится. Ну, тогда хорошо. А вот я знаю случай, так вот там не очень хорошо было вчера. Кончилось, ну как, сначала было хорошо, как всегда. Но там дело связано не со сладким. Переходи ты к делу все время, ну хорошо, нехорошо. Хорошо, там все было связано не со сладким, а с полусладким. Ну не с полусладким, а с горьким. И с горьким даже, что-то да. Сдалека. Но начиналось с человек полусладкого. Пил всегда. Хотим сказать. Вот как огонь у него всегда был, так и он и пил. Как только компот дробил, стал обродить, и он пил. Потому что у него 90% жидкости. И свиньи пьют. У них даже деревья есть растут. Вот жаль, у нас таких не растут. У них, говорят, есть деревья, которые свиньи жрут. И балдеют. И балдеют от этого. А нашим приходится крутиться. Ну. Чего-то с чем-то смешивать, и вы... Они пьют с древности. С древности. Но это мы потом расскажем. Здесь мы коснемся частного. Да. Был один мужик, и он пил. И он пошел. Пил запоем. И он пошел, когда у него был запой. И он свалился с трамвая. И прямо над проезжающей. Если бы был трезвый, то вообще бы забился на себя. А так, ну, потерял сознание. Только у кому попал, да. Вот, его забрали в больницу, и он лежал в этой коме. Ему подсоединили эти всякие шланги. Датчики. Вот. А он, капельницы. И наблюдали за ним. А он привыкший был к капельнице. Ему часто соседи вызывали с этим. И, короче, он после этой комы, и он мне пролежал 2 недели, и он после этой комы бросил пить и написал одну брошюрку. Вот что она стала с Челлером у нас. Она с Челлером стала. Вот что и нам нарколог все время ее дает почитать. Да, вот что он мне написал. Короче. А было так. Да. И он когда в этой коме, у всех людей я... такой, типа, Калидор. Калидор, а у него как горлышко бутылки было такое. Да, со светом. И он через нее полетел. Полетел, за ним прилетела белая лошадка, это часто бывает. И он на нее сел и поскакал в это горлышко. Да, и поскакал. И он как попал на одну планету. А там, а и сразу, когда он туда заскочил, это горлышко, там сразу перегаром таким. Такой. И он слышит знакомый запах. Ядрёный дух. Чеснока. Да. Слышно везде звон стаканов. Вот. Потом. И он зажмурился, испугался. Ай, ты думаешь, наверное, попал в ад. Да. Я ж так мочил. А но попал, и он совсем в другое место. Смотрит, подходит к нему мужик один. В чем весь у белой одежи. Морда красная. И он говорит: Ты пьяный? Он говорит: нет, с бодуна. Он говорит: это не положено. Говорит: сейчас тебе будешь штраф. Ну-ка, да, быстро на выпил. Да. И он выпил. Да. Он выпил, пропьянел, и тут ему говорит: пошли, тебе покажу экскурсию. Не, я тебе покажу наш уклад. Как мы тут уклались. Смотрит, идет детский сад. Все с пивом, с девяткой. Да. Вот, не будем рекламировать, с какой. Прямо в бутылках. А воспиталка скрепленная. Да. Паны идут и пьют. Пьют. Да. И поют песню про какой-то камыш. Да. А воспиталка говорит: детцы, это вам еще рано, вы что-то не понимаете? Но вот когда вырастите, попойте, букет вьем не такой. Да, а здесь виск такой, тормозов. И прямо эту воспиталку сбивая жигуль. И из нее выпадая пьяный, а к нему подходит пьяный мент и говорит: ну-ка дыхни. Дыхни, он говорит: пьяный. А что ж ты? Не, он говорит: пьяный, говорит: ну недостаточно. Ну тогда ничего. Недостаточно. Он говорит: ну ладно, тогда ничего. Она говорит: живая? Говорит: живая. Ну тогда едь дальше. Да, дайте ей выпить, и что, пусть поваляется. Она выпила и устала. Потом и он повел. А дети посмеялись вот только. Вот этот мужик в белом повел этого к себе в гости. Заходит, а там жена сидит. Она сразу жена получку ему выдает. Да, жена ему отдает всю получку, говорит: я получил. Ну-ка дыхни, говорит жена. А он к ней подходит, жена, она ему дыхнула, он опять трезвый и в глаз ей. Как дал сковородку. А она спасибо сразу к холодильнику стакан быстро водки сгорла, да, выпила. Он говорит: давай теперь мы с другом будем пить. Она говорит: уже все приготовлено вам. Заходит, да, действительно. Они пьют. А там холодненько, аж пар идет. А тут теща забегает и говорит: жачок, у тебя гость? Ой, хорошо, что я 2 взяла. Сразу думала одну и 2 по 0,7. Ты меня бронишь, что я пью редко. Но видишь, я женщина мудрая, я не одну, а 2 взяла. Я уже как... И говорит: побегу там на лавке, как раз бабушки самогон сварили, мы будем пить. Выбегая и пьют. Да. В общем, и он начинает... А тут заходит участковый.
и говорит, хочу вам пожаловаться на вашего сына. Он опять натворил? Не, он говорит, он в школе мало пьет. Говорит, он мало пьет и пришел на физкультуру вообще трезвый. Да. Он, ну-ка иди сюда. Достает ремень и ему давай по жопе. По жопе. Будешь еще не пить? Будешь пить, скотина. Будешь пить. Пить. На бутылку. Он, дай папа бутылку. Все. Дай, говорит, вторую. Я, говорит, хочу быть отличником. А да. Участковый говорит... Он говорит, он присядь, Митрич, участковый садится, говорит, и упал под стол. Он говорит, вот, говорит, хоть, может, будет хоть один человеком, человек. Да. Говорит, на районе, говорит, сплошные происшествия. Говорит, сплошные трезвенники. Говорит, ты знаешь, подпольно открыли опять спортивный клуб. Но. Говорит, притон пришел, мы их нашли, притон, да. А они там все качаются, на тренажерах. Да. Пили, знаешь что, говорит, купили молоко, этот сплюнул, говорит, пили молоко. И свежим... И говорит, и свежевыжатые соки. За таких, говорит, сволочей сажать надо. Стыдно, говорит. Ну, хорошо, главное. Они позорят наш город. Наш город. Они были трезвы. Он говорит, куда мы кочим сейчас? Говорит, откуда? Это говорит, что с Америки? Откуда, да, это вень идет, трезвости. Да. А там дедушка заходит, у наше время такого не было. У наше время бухали. У нас в наше время до 15 редко кто доживал. Да. Вот. Потому что уже печень не держала. Ну. А сейчас. Ну, что это такое? Что это такое? Он говорит, на, выпей. До 40 дотягивай. Да. На, выпей. Дед. Человек выпил и сдох. И сдох. Он говорит, вот, говорит, человек. Вот жил. Жил, как человек. Ни дня не видел я с ясными глазами, постоянно с красными глазами. Да, посмотри, у него даже, говорит, огонек изо рта идет, что так проспиртовался. Вот это личность. Раз включаю телек, там выступает их президент. Бухгалтерный. И говорит, я, и чтобы я, да. И больше, так вот, во, говорит, да. Вам. И чтобы каждый гнал. И чтоб каждый день. И чтобы пили. А если кто придет на завод хоть раз трезвый, вот, то да, таких, да, будем вешать на фонарных столбах. Да, вниз головой. Вниз головой. Вот. А можно взять еще на поруки и поить. Да. А тех отшипенцев через клизмы пускаем. Да. Или повеним. Да. И все у них с утра до ночи. И мужик там, и ему так плен. Понравилось, так? Но и его так ему было хорошо. Его электрошоком вернули. Опа, просыпается, а ему в груди какими-то вантусами, утюгами, то, да. Утюгами током бьют. Ну, и он проснулся. Я ж заплакал, да. Заплакал, но с тех пор бросил, потому что он хочет попасть в алкоголический рай, да. Который есть. Да. Так что глядите. Кто что выберет. Люди научились получать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд, и в этот сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки, и под микроскопом видно, вот она бактерия. Вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар, а сзади из-под хвоста, из клоаки у ней как раз и выходит этиловый спирт, C2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Но по-научному это называется экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся мочой, и когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, на всех углах у вас в Ростове его продают. А если 2 года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло называется вино сухое марочное. Стоит оно в 2 раза дороже, орден, медаль прилепят. Сбывается намного успешней. Очень многие люди, особенно молодые девушки и женщины, любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом.
берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков 5 разных сортов. Причем в зависимости от их соотношения получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. И у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлены отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов, зимой летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через 2 года процесс уже подходит к концу и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют, нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти самые газы. Как он пьяница хлебанет шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. Вонище стоит страшное на этих заводах. У Высоцкого даже песня такая была. И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с 3, 4, 5 бутылок? Да, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт получают из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать и перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас есть такая летом тонкая хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет 0,5 кило дрожжей как туда подбросят, ой, как там начинается процесс, и с газом, и с пеной, и с запахом. Мимо туалета проходишь кисловатым, то ли полусухим, то ли полусладким, вот чем-то оттуда с туалета потягивает. Ну, а вам, уважаемые молодые люди, если не дай бог, еще когда вы запомните эту бактерию, и если не дай бог вам когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и вам на светлый праздник с этого пука тоже поддосталось. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в головном мозге, потому что именно там этот яд, алкоголь, имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году 3 американских ученых-физика, Найсли, Маскау и Пеннингтон, сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда и красные, белые кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепугались, а человек сидит, вроде ничего. У второго, третьего нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива,
Он высосал это пиво, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Это известно. В пробирочку с кровью капается водка, прям хлопьями сразу кровь сворачивается. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Он снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд. И они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Но если для больших сосудов, в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, и они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой сине-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда у алкоголиков можно даже увидеть сеточку отмерших сосудов на лице, обратите внимание. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрона, она обозначается условно треугольником с точкой, каждую нервную клеточку нейрон питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. Так вот, когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона человека навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они всегда удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он жить мог. Таким образом, алкоголь – это самое мощнейшее средство, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ, и превратить людей из людей мыслящих, творческих, вперед, к Богу нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо. С единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим, человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосел. Второй стакан заглотил, поднялся, орать, руками махать начал. Третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем. То ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Я когда был совсем молодой, примерно такой же, как и вы, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, и нас вдруг вечером собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в галстуке целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика алкоголя нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали, и у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель. И вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши. А один парень, мой земляк из Рубцовки, он говорит, да ладно, бросьте, вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек от алкоголя дуреет.
А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем так грубо, дуреет. Ну, конечно, если он не культурно напьется, да неумеренно. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголь и напьется, дурость с него выходит, он дуреет. А проспится-то он умнее становится, дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали и мы над его наивностью. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, коньяк, шампанское, мара, разницы нет никакой. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть, вестибулярный аппарат. Этих вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. Сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих людей разрушается память. Медицина знает тысячи примеров, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него вместо этих клеточек, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец в палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных, табачных и наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из ранних песен написал: «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы. Запомнили, стенки-то там, оказывается, были с обоями. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти клетки начинают гнить и разлагаться. И вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили весь мозг и не убили человека, организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит клещами пьяницы голову с похмелья. Эта жидкость растворяет убитые клетки и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, уважаемые ребята, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Причем много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов в унитаз сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова наркотическая природа этого яда алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь, является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. И в технике используется для обезжиривания поверхностей. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу. Пиво, водка, вино, разницы нет. Спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет, и вот молекула спирта подходит к молекуле жира, взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки может попасть плохая экология, химия, шлаки, может другую молекулу алкоголя внутрь затянуть, а здесь ведь ядро, хромосомы. В конечном счете алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы скажете, а что нам жалеть? У нас миллиарды клеток. Я согласен. Особо клетки жалеть не надо. Но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повреждает алкоголь, то получается вот такой вот ребенок. Вот такой вот дебильный ребенок. Ему 16 лет. Я специально старшеклассникам подобрал, в школах показываю.
Или вот такой вот олигофрен. Ему тоже, кстати, 16 лет. Хотя выглядит он на 5, а по развитию у него меньше года. Или вот такой вот с поврежденной ротоносовой полостью. Это тоже родительский алкоголь на ребенке отразился. Или вот такой у нас родился в Новосибирске урод. У этого урода есть уши и есть рот. Он слышит, боится звука, хлопаешь в ладоши, вздрагивает. Но у него нет носа, нет глаз. Кстати, оба родителя у него с высшим образованием. Пили культурно на свадьбе, выродили вот такого урода. Ну, естественно, сдали его на шею государства. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. И вот все эти сиамские близнецы – это алкогольно поврежденный зародыш двойни. Я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось существо. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И меня мои студенты часто терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько на праздник можно выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые ребята, тоже запомните на всю жизнь. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю три раза, для русского человека равна нулю. Не существует безопасной для нас с вами дозы алкоголя. Меня студенты дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну почему вот до сих пор не спились французы? Тысячи лет пьют. Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают. Они-то почему до сих пор не спились? Под этим, как ни странно, есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, этот алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские северный народ, алкоголь-дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукче, ханту, якуту, ненцу им 5 раз наливают по 100 грамм, на 6-й раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем удалось уничтожить индейцев в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены почти 6 десятков малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему 12-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ исключительно алкогольной войной, которая ведется по всем правилам тотального уничтожения.